Привет. Разговор есть. Неофициально. Сходи. Как у тебя вкусно пахнет. Будешь борщ? С удовольствием. Присаживайся. Катюш приготовил. Надеюсь, на взятку не тянет? Ну, не скажи, не скажи. Жена-то моя готовить не сильно любила. И поэтому до домашней пищи я, ой, как падок. А за хороший борщ могу рассказать много интересного. У вас дети есть? Есть, дочка. А почему ты не спрашиваешь, о чем разговор будет? И о чем разговор будет? Каким образом ты, детский доктор, нажил таких серьезных врагов в наших органах? Да нет у меня никаких врагов, я уже говорил тебе. Это тебе так кажется. Враги есть. И явно есть установка засадить тебя за убийство соседа. И требуют этого. Судя по тому, что я сегодня слышал. Люди очень серьезные. Ну и, наконец, в заключение программы, Леонид Константинович, ну, я просто вынужден, потому что, знаете, особенно женщины, которые сейчас присутствуют в зале, женщины, которые сейчас прильнули к экранам своих телевизоров, не простят мне, если я не задам вам этот вопрос. Я, кажется, догадываюсь, какой будет вопрос. Я пришел сюда, чтобы не уклоняться от вопросов, даже касающихся каких-то очень личных моментов в моей жизни. Вступив в избирательную гонку, я даже не имею права делить вопросы на удобные и неудобные. Вы знаете, хорошо бы, чтобы и другие кандидаты считали точно так же. Ну, а вопрос будет вот какой. Вот скажите, почему будущий мэр не остепенится и не поищет личного, семейного счастья? Я думал об этом. Желание семейного очага, оно свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Каждый раз, когда я думаю о детях, о женщине, которая могла быть рядом со мной, я вспоминаю ту, которая мечтала об этом вместе со мной. И я не могу ее забыть. Не то чтобы хороший, хороший человек, как говорится, не профессия. А вот такого отношения к жизни, к делу. Чтобы всю жизнь свой личный архив дел вести. Всех дел? Ну вот как девочки дневники ведут и записывают туда все, что у них происходит. Боли, наверное, сильные были. Не захотел мучиться. У таких, как он, сильнее душа болит, чем опухоль. Устал человек от всего этого. Зато жизнь хорошую прожил. А легко ли ему было? Да и кто сказал, что человек на земле должен быть счастливым? Пора. Я вас провожу. До свидания, Тамара Николаевна. Всего хорошего. До свидания. Это те самые архивы, дневники. Похоже на то. Анька, смотри. Соколова Екатерина. Ну и что? Слушай. А
один раз 3 года назад Петрович в разговоре со мной оговорился о Наташке и не заметил, что сказал: у Кати все хорошо, но пока еще рано. Когда можно будет, скажу. Думаешь, это Наташка? Думаю, да. Леонид Константинович. Добрый день. Добрый день. Ну, тетя, вы не верили, что Леонид Константинович лично приезжает в свой штаб, чтобы познакомиться с просьбами, с напутствиями избирателей. Ну, я не то чтобы... Ну, конечно, лично. Ну, а как же иначе? Мне ведь потом этим только и заниматься на посту мэра. Вот для чего тогда туда иду? Вот как вас зовут? Меня? Да, я вот сейчас поднимусь и первым делом посмотрю то, что вы оставили. Спасибо вам большое. Поликарпова Надежда Сергеевна. Очень. Мы очень вам благодарны. Мы в вас верим. Не надо меня благодарить. Это я вам должен сказать спасибо и за то, что вы верите, за то, что вы надеетесь, что наконец-то слуги народа повернутся к простому человеку. Спасибо. Да. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Леонид Константинович, съемочная бригада еще поработает 10 минут у входа. Нужно подождать, пока все закончится, люди разойдутся. Хорошо сработали. Да, все выглядело как случайное совпадение. Ваш приезд, журналист с бабушкой. Я пока сам похожу, вы занимайтесь, работайте. Спасибо большое. Вы давно здесь работаете? Недавно. Лицо знакомое. Как вас зовут? Ксения. Где-то встречались? Мы? Да. Да, я подрабатывала официанткой на вечеринках пару раз. На приеме у мэра могли видеться. Я могу идти? Да. Спасибо. Проверю из окружения Наташу. Ксения. Сделаю. Хотя нет. Наташа дома. Не отвлекайся. Работы много. Людей хватает. А что там с этим? Якобы мужем. Ты же обещал его паковать. Следователь тянет. Упрямый, как осел. Ему уже объяснили, что от него требуется. Так значит, надо по-другому объяснить. Thank you.
Простите, а вы закрываетесь уже? Да, да. Что вы хотели? Я хотел вам вещицу одну показать. Вы можете посмотреть? Да, давайте. Можно сказать, по наследству досталось. Вот, говорят, что очень дорогая, решил проверить. Угу. Обычно все так говорят. Или, знаете, люди просто только кажутся. Ну, чтобы вы особо не расстраивались. А мне редко кажется. Дай бог здоровья моим близким, но я бы хотел получить такое наследство. И сколько? Не менее 30 тысяч долларов. А вы хотите продать? Нет. Это скромная оценка. Подумайте, молодой человек. Да, я подумаю, спасибо. Нет, вы подумайте. Спасибо. Нет, в школу она не приходила. Как тогда отпросилась, так я ее больше не видела. Спасибо. Паш, ну честное слово, в данной ситуации, если бы я что-то знала, я бы все тебе рассказала. И про любовников, и про что хочешь. Но ведь этого всего не было. И Катя на это не способна, она не такая, ты же ее знаешь. Да я теперь не уверен, что знаю. Ладно, Свет, извини. Пойду. Пока. Пока. Тут я смотрю, нет что-то твоей Катьки с дочкой. Так видели же мы ее на свадьбе. Выскочила из подъезда и смотрит по сторонам. Точно. И побежала потом туда. Там стояла большая черная машина. Вот, похожая на эту. Джип. А что потом? Села и уехала. Спасибо. Пожалуйста. Да, я слушаю. Говорите громче, вас не слышно. Алло. Если хочешь увидеть свою дочь живой, слушай внимательно. Я знаю это дело уже не хуже тебя. И не потому, что я тебе не доверяю. Просто хочу понять, что тебя здесь смущает. Ведь все же просто, как на ладони. Один подозреваем. И три дела вокруг него. По двум из которых ничего нет. И заметьте, он сам опознал свою кепку. А следы крови на дверной ручке. А то, что все соседи утверждают, что он был на ножах с убитым. Там челюсть сломана и ребро. И профессиональный удар ножом в сердце. Он врач, знает, куда бить. Детский врач. Но это что, аргумент для следователя? Вообще, я тебя не узнаю. Всегда был исполнительным. Всегда придерживался буквы закона. А вот это вот и есть закон. И вообще... Помнишь, как тогда, когда ты переступил через свои эти интеллигентские слюни? Молодец! Получил очередное звание. Слушайте, не напоминайте мне про то дело. Я его и так забыть не могу. Подозреваемый, решите? Давай. Алло. Да, слушаю. Что? Понял. Хорошо. Похититель ребенка вышел на связь. Требует выкуп. Решите идти? Вы же рядом будете, да? Да, не волнуйтесь. Мы все время будем рядом. Только не надо искать нас глазами, а то заметит. Или заметит, он может быть не один. Помните, что мы слушаем ваш разговор, когда поймем, что пора. Деньги отдавать не надо, это кукла. Покажете и просто спрячете в карман. Да, и еще. Если сам не скажешь о жене, задайте вопрос. Посмотрите реакцию. Может быть, они как-то связаны? Угу, я все понял. А вот волнение сдерживать не надо. Вам плохо, и он должен это знать. Готов? Ну, давай.
за мной. Пойдем. Да, они здесь. Давай. А где Оля? В надежном месте. Смотри. Давай так. Я забираю деньги. Через 2 часа она у тебя. Нет, я так не пойду. Но если нет, тогда забудь о ней, мы шутить не станем. Сначала Олю покажите. Ты не понял? Ну что же вы все такие непонятливые? Сумку давай. Че смотришь? Группа захвата пошла? Вперед, вперед, вперед! Забыли! Машины! Лежать! Мордой в землю! Товарищ подполковник, это я. Ну что, упаковали всех. 3 гопника. Уже во всем сознались. А? Да нет, никого они не похищали. Так просто увидели по телевизору объявление о пропаже. Ну, это Екатерина Сивко говорила. Они решили срубить денег по-легкому. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда подевался энтузиазм, азарт? Или, может быть, вы передумали? Нет. Просто один хороший человек погиб. Соболезную. И проблемы на работе. Мне кажется, меня Мазов узнал. Поэтому пришлось уволиться. А вы с ним знакомы лично? И да, и нет. Я дружила с его бывшей женой, пока она не вышла замуж. А потом? Ну, потом она исчезла. Вы же знаете. Но у меня с ним личные счеты. Кстати, вы слышали, что мэр отказался выдвигаться из-за какого-то компромата? Угу. Так вот, его сына поймали на наркоте. И есть видео, которое сделал тот, кто сливал ему очередную дозу. К сожалению, я знаю, кто это сделал. Если хотите, я могу показать, где это все происходило. Прошу вас. Разрешите? Да, проходи. Ты ведешь дело, Сивко? Я? А что, хотите лишить дела? Почему? Ну, если убойный отдел заинтересовался делом, так может, искать уже некого? Да нет. Я хочу облегчить тебе жизнь. Mm. Дело в том, что наш подозреваемый, а все улики против него и обвинительное будет вот-вот, я думаю, что он замешан в похищении ребенка и жены. Про жену же ты знаешь. Ну да, конечно. Странное дело. Все вокруг одного человека. Ну вот, нужно все увязать. Как? Я думаю, что сосед узнал что-то о взаимоотношениях мужа и жены. И стал шантажировать. А ты ведь знаешь, они с подозреваемым были на ножах. А что старший следователь Кадышев? Он говорит, что... Старший следователь Кадышев в этом деле выступает адвокатом. И почему, это еще предстоит узнать. Так вот, в этот день Сивко до 15 часов вел прием. А с 15 до 16 якобы... занимался историями болезней. А ребенок пропал именно с 15 до 16.
Я не знал. Так вот, пропадает ребенок. Что-то узнает жена. И ее убирает. Тут появляется сосед и его под горячую руку. Ну вот и все. В общем так, я беру разрешение, и мы ведем Сивко вместе, двумя отделами. Как скажете, товарищ полковник. Он отправился в свою семью за границу, а сам куда-то исчез. Жаль, он многое знал. Можно было бы его задействовать. А кто-то говорил, снабжал наркотой сына мэра. Мальчик из детского дома. Люди Мазова подсадили его на иглу, и они его использовали. И ты его знаешь? Это мой брат Ваня. Брат. Мне надо поговорить с ним. Ты знаешь, где мы можем сейчас найти? Глеб, его больше нет. Он погиб. Его убили этой наркотой. Прости. Прости, я не хотел. Скажи мне, почему эта тварь Мазов всегда выходит сухим из воды? Я обещаю тебе, ему недолго осталось. Еще разок. Я сказал, метнешься в клинику к нашему докторишке. Оставишь передачку. Если бы мне кто сказал утром, что день получит такое развитие. Не нужно преувеличивать. Сняли напряжение и все, это нервное. Зачем же так цинично? Слушай, и лучше нам вернуться к деловым отношениям. Романтические – это мое. Поехали. Все три дела решили объединить. И похищение ребенка, и жены, и убийство соседа. Сосед, значит, мог что-то увидеть, поэтому его убрали. Да. Соседа убили около часа дня. Послушай, сделаем так. Я займусь этим всем сам. Еще раз опрошу соседей, свидетелей, кто чего видел. А ты займись браслетом. Откуда-то он должен был взяться. Да, еще. Найди кого-то из ее родственников. Может, что-то было до вашей встречи. Зачем ты мне помогаешь? Не хочу повторить прошлые ошибки. Да была у меня история. Засадил я одного человека в тюрьму, а он там повесился. А потом объявился настоящий убийца. Но тут невинный. Уже был мертв. Вот так вот.
В общем, ищи родственников. Давай, я побежал. Пока. Очередь. Ожидайте в коридоре, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Что у вас? Помогите мне жену найти. Вы завтра приходите, здесь будет Верочка, она не замужем, мужа ищет. Вы жену, познакомитесь, пообщайтесь, а мы, извините, заняты. Не, меня не так поняли. Понимаете, я с женой поругался. И она ушла, уехала куда-то. Куда, не сказала. Я очень хочу извиниться перед ней, очень хочу попросить прощения. Готов на колени встать. Но где она находится, не знаю. Я знаю, что у нее тетка была, она умерла 2 года назад. Знаю, что родителей у нее нет, она сирота. Помогите мне, пожалуйста, найти ее. Ну, не ее, мне любых родственников, чтобы хоть какая-то ниточка была. Может, они мне помогут. Пожалуйста. Хорошо. Как ее зовут? Екатерина Сергеевна Скалова. Екатерина Сергеевна Скалова. Год рождения? 3 июня 1989. 89 Скалова. 89. Нет, ничего такого не заметил. Народу уйма, суета. Какой народ? Свадьба же была здесь, в соседнем подъезде. Ага. Вот, и гости их не тут покоя всем не давали. Да. И во дворе пели. И вообще тут такое творилось. Спасибо большое. Родители вашей жены живы. Вы уверены? Да, живут вот по этому адресу. Слыхала? Родители живы, а она сирота. Ну, если честно, я вам не скажу. Ну, свадьба, сами понимаете. Суета такая, что до сих пор голова кругом. А скажите, вы заказывали фото, видеосъемку? Да, конечно. У нас был фотограф, видеооператор. Ну, и гости много снимали. Как бы мне добраться до этих материалов? Да это несложно. Я его соберу, и мы вам позвоним. Вот мой номер телефона. Хорошо. Все хорошо. Счастливо. До свидания. А Катя дома? Кати нет. Давно уже нет. Она 8 лет назад уехала с журналистским расследованием в Сверогорск и пропала. С тех пор о ней ничего не знаем. Сверогорск? Да. А вы, простите, кто? Почему о ней спрашиваете? Понимаете, мы встречались какое-то время. А потом я был вынужден уехать в другой город с родителями и писал, звонил, а Катя не отвечала. Не знаю, с кем вы там встречались. В то время у Кати был жених. И не просто так, а талантливый мальчик. А сейчас это знаменитый тенор Роман Суслопаров. Он неоднократно бывал в нашем доме. А вас я вижу первый раз. Надеюсь, последний. Да. Разрешите? Заходи. Ну что, скопировал? Да.
все слил на вашу флешку, а эти можно отдавать. Отлично. Так, что у нас здесь? Свадьба, свадьба, свадьба. О, местные достопримечательности. Жениха и невесты совсем мало. Гости в основном друг друга фотографировали. Ну да. Это даже хорошо. Чего ж хорошего? Праздник чей? Свадьба чья? Ну, у них там своя свадьба, а у нас своя. Какая? Криминальная. Давай, пробей мне вот эту машину. Понял. Карандаш оставь. Привет, это тебе. Какое чудо. Даже голова, кажется, перестала болеть. Так, я лучший в мире доктор по головной боли. Присядьте, пожалуйста, пациент. Присядьте. А теперь откиньте голову и закройте глаза. Наверное, пациент сегодня не обедал, потому и голова болит. Нет, это потому, что я полночи проревела, как дура. Так, а что случилось? Мне приснилось, что ты сделал мне предложение. Ага, ты мне отказала и всю ночь проревела, да? Нет, я согласилась. У нас была пышная свадьба, медовый месяц на берегу океана. А потом я родила тебе троих детей. Костика, Ларочку и Сонечку. Троих детей? Да. Мы жили в таком красивом доме с камином и флюгером петушок. Ты знаешь, что-то это мне напоминает. Но на этом наше счастье закончилось. Я заболела и умерла. Но не улетела на небеса, а была рядом с вами. И видела, как ты плачешь, как плачут дети. Как вы страдаете. Анечка, ты знаешь, ты меня удивляешь. Честное слово. Ты без пяти минут кандидат наук, профи-психолог. Ты хочешь сказать, что целую ночь ты прорыдала из-за какого-то дурацкого сна? Ну, перестань. Почему сразу дурацкого? Я как раз изучаю сны, и в жизни все может быть наоборот. Так, но умирать я не собираюсь, это раз. Во-вторых, давай закроем эту тему и пойдем будем повышать давление красным вином. Пошли. Да вы поймите, я уже 3 года как женат и, в общем, счастлив вполне. Но тогда, да, было тяжело. Меня эта история 3 года мучила. Но теперь, спасибо вам, все прояснилось. Катя, оказывается, сбежала к другому. Ну, а я-то вам зачем нужен? Пропала она. Вы думаете, что она ко мне вернулась? Не знаю, ладно, позвоню, чтобы успокоить. Интересно увидеть бы, какая она сейчас. Все-таки 7 лет прошло. Сейчас. А это не Катя. Это Катя? Нет, это не Катя. А кто это? А вы меня спрашиваете? Молодой человек, всего хорошего. Станислав Константинович? Да. Не зря вас заинтересовала эта машина. Никому из гостей новобрачных она не принадлежит. Да. Номер не зарегистрирован. А приехала она к нам из Северогорска. Отлично, тоже кое-что. Но маловато. Спасибо. Кто такой? Почему следишь за мной? Я видел вашу жену по телевизору. Наташа про ребенка говорила. Я же думал, что он... Что ты будешь делать?
Тоже деньги пришел просить? Нет! Мы с ней знакомы. Я тоже из Северогорска. И она, наверное, там. И дочь ее тоже там, наверное. Она нужна ему живая. Что ты несешь? Кому ты ему? Молодежь! Собаку спустите или сами разойдетесь. Рядом. Что там? Оля плачет, просит позвонить маме и папе, просит отвезти ее домой. Ну, купи ей что-нибудь. Делаем все, Леонид Константинович, как вы сказали, игрушки и все такое. Не работает уже. Ладно, я подумаю, что можно сделать. Привет. Че, звонил, выкладываю. За один день узнал, что моя жена не сирота. Так. У нее была или есть нормальная семья. Присаживайся, присаживайся. Когда мы с ней познакомились, у нее был жених. Так? Вообще, похоже, она совсем не та, за кого себя выдавала. И, оказывается, зовут ее не Катя, а Наташа. Нехило. Ты это серьезно? Значит, серьезно. Понял, спасибо. С этим, Сивко, мужем Наташи, вопрос наконец-то решился. Сегодня упакуют. Вот это уже хорошая новость. В конце концов, во всем есть свои плюсы. Они живы, это главное. А со всем остальным разберемся. Значит, машина эта была из Северогорска. Парень, которого ты пристанул во дворе, тоже что-то говорил про Северогорск. И журналистка эта тоже там пропала. Значит, именно там нужно искать Катю, Наташу и того, кто ее похитил, и Олю. Значит, нужно ехать вот в Северогорск. Правильно. Вот. Найден в кабинете Сивко в больнице при обыске. Понятые предупреждены о неразглашении результатов обыска до особых указаний. Значит, Сивко не знает, что вы нашли нож. Нет. Он в отпуске за свой счет в связи с семейными обстоятельствами на 10 дней. 10 лет он у меня отдохнет. И то, если выйдет по амнистии. Все. Бери его сегодня. Ты на часы смотрел? Вашего доктора брать поехали. Приказано вас не предупреждать. Что? Минут 5 назад. Спасибо, Слава. С меня причитается. Быстро. Быстро собирайся. Бригада за тобой выехала уже. Поторопили твой отъезд. Деньги взял? Да, взял все. Давай. Пошли. Держи. Правда, верхняя полка возле туалета. И на том спасибо. Втянул я тебя, да? Ну, нет худа без добра. Если бы не эта облава, не был бы ты сейчас здесь с билетом в руках. Подожди. Будь осторожен. Поселись где-нибудь на окраине. В каком-нибудь захудалом отеле. Только в Северогорске ты можешь разобраться, как связаны Катя и Наташа. Я разберусь. Ну? А я подъеду, как смогу. Спасибо, Стас. Давай. Удачи.
Ты же не спишь. Зачем притворяться? Привычка притворяться и лгать приводит к большим неприятностям. Ты что, этого еще не поняла? Вся твоя жизнь – ложь. Верни мне Олю, я сделаю все, что ты скажешь. Ну что ж, это будет очень хорошей сделкой.